Боль в зоне атланта, на смену погоды, периодическая нехватка воздуха, сердцебиение могут быть симптомами проблемы атланта. Да, с большой вероятностью да. У нас в районе атланта, то есть у нас есть голова, да, внутри находится у нас головной мозг, и когда головной мозг сужается, переходя в позвоночный канал, в позвоночник, в спинной мозг, то вот в затылочной области у нас есть такой переходный сегмент мозга, да, это продолговатый мозг. Совершенно по какому-то случайному совпадению у нас продолговатый мозг отвечает за дыхание и сердечную деятельность. Если вы говорите, что у вас проблемы с дыханием и проблемы с сердцем, то есть 99% и 9%, я уверен, что там есть смещение атланта. Атлант смещен, и он давит на этот продолговатый мозг, создавая проблемы с тем, за что он отвечает. Сердце и дыхательная система. Вы прям сказали в точности по учебнику. Эти симптомы возникают именно при смещении атланта. Исправьте атлант, и с большой вероятностью эти проблемы исчезнут.